пределе. Мне кажется, я скоро в обморок упаду. Ты с самого утра это собираешься делать, дорогая. А если очень хочется, надо это сделать. Не стоит так себя терзать. Да как не терзать? Я несчастная женщина. Мало того, что я осталась вдовой. Вдова какое-то двусмысленное положение. Не знаешь, то ли радоваться, то ли плакать. У меня ж огромные проблемы с наследством. В любой момент на меня могут напасть, и я останусь нищей. И все это благодаря твоему окаянному брату Изольда. Оставь его в покое, Анфиса. Мой брат Александр давно уже умер. Вот именно. Только чтобы я не смогла добраться до него, взглянуть в его бесстыжие глаза, вцепиться в его предательскую рожу. Ко всем этим несчастьям от нас еще и горничная сбежала. За последний год 20-е. Ты еще скажи, что это я виновата. Нет, ты скажи, скажи. Я не умехи и неряхи. Им не хватало ни такта, ни терпения, ни выдержки. Зато гонора! Сделаешь им одно замечание, так в ответ буря возмущений. Как будто хозяйка не я, а эти наглые особы. Просто революция какая-то. Жаль, что революционные массы не додумались душить угнетателя тирана. А в это время во что превращается наш дом? Мусор, пыль, грязь! Каждый раз носиться по дому, как тайком рвать на себе волосы. Нас поглотит разруха. Дом превратится в помойку. И в конце концов на нас нападут грабители. Здравствуйте! Накрикала, зараза. Дверь была открыта, я вошла. Ну и что? Я бродила по дому, искала кого-нибудь, и вот нашла вас. Но зачем? А я ваша новая горничная, меня писала агентство. Ух, какое облегчение. Вот мои рекомендации, зовут меня Флора. Ну надо же быть такой бестолковой, что ты сразу-то не сказала. Я чуть не окочурилась от страха. Да, я тоже дышала через раз. Так я и говорю. Говорю, говорю. Давай сразу договоримся. Говорить в этом доме буду я, а ты будешь слушать. Поняла? Ну что молчишь? Смиренно слушаю. Молодец. Рекомендации твои я вижу. В порядке. Надеюсь, ты так же хороша в работе, как здесь написано. Пойми, деточка, работать в таком доме, как наш, большая честь для молодой особы. У нас масса желающих на это место. Толпами бегут. Поэтому у тебя есть прекрасная возможность проявить себя. Старайся и достигнешь больших успехов. А приступать можешь немедленно. Дом в полном твоем распоряжении. Я хочу видеть чистоту и порядок. А двери держать на замке. Я очень боюсь грабителей. И еще предупреждаю сразу. Никаких шашней с молодыми людьми. Особенно в этом доме. Ну что вы, о таких глупостях я даже и не помышляю. Я девушка порядочная. Ну тогда займись уборкой. Разложи по местам вещи в моей комнате, познакомься с кухней и чаю мне принеси. Пойдем, деточка, я покажу тебе твою комнату. Дорогая, ты не боишься, что если ты дальше будешь такой ласковой, она окажется впереди безбежавших толпы горничных. С чего бы это? Мне кажется, я была сама любезность. Змея гнучая. Старая корга. Учить меня вздумала. Учить она меня будет. Борис, ну наконец-то. Ну я же вся извелась. Наэлектролизована, как это? Ну как эта штука называется, а? Электрогенератор. Знал, что ты неравнодушна ко мне, голубка моя. Но даже не представлял, что мое появление приведет тебя в такой восторг. А брось, Борис, я ждала информации. Ну и тебя, конечно. Как ее носителя. Ну, говори же, говори, что ты узнал? Она жива, здорова и жаждет получить все свое состояние, как тебе это было бы не прискорбно. Грабеж среди белого дня. Где справедливость? Она здорова, а я едва жива. Каким же мерзом?
Амину замедленного действия, под бастионы благополучия нашей семьи. Напомню, что по завещанию удалившегося на тот свет Александра 90% его состояния получает его незаконно рожденная дочь. Раскаленное железо. Ой, я всегда ожидала от него какой-нибудь пакости. Но чтобы так издеваться надо мной, даже после своей смерти. Тьфу, изверг! Но остальную часть изверг поделил между тобой, Изольдой и Максом. Борис, это я тоже прекрасно помню. Склероз меня еще не посещал. Этот развратник прижил на стороне байстрючку. Скрыл это от меня, да потом еще и почти все свое состояние оставил ей. И что самое прискорбное, ничего нельзя сделать. Или все-таки можно? Ну, Анфиса, я 1000 раз тебе уже объяснял, что все документы оформлены безукоризненно. А компромата на твою неверность Александру хватило бы, чтобы выиграть суд у целого гарема. Вот что-то не слышу сочувствия в твоем голосе. Ты думаешь, легко? Вдове с ребенком на руках бороться за свое существование. Ну, Анфиса, будь объективна, крошка уже давно не помещается на твоих руках. Ну, вырос. Ребенок для матери всегда остается ребенком. И потом, мой Максим, он такой наивный, такой беспечный, такой неприспособленный к суровой реальности этой жизни. Александр обязан был подумать о его будущем, не говоря уже обо мне. Но ведь Макс не его сын, а твои романтические увлечения дали Александру повод. Он пытался держать меня на коротком поводке. Наивный тиран. За это, между прочим, я ему и мстила. Борис, я не понимаю, ты на чьей стороне? Конечно же, на твоей. И как твой юрист, и как... Кто-то же соучастник. Ну что ж, Бастилия еще не пала. Я на порог не пущу эту самозванку. Грудью стану. Конечно же, достойная браня. Но гораздо мудрее было бы как раз наоборот. Держать в поле зрения эту малышку Диану и следить за каждым шагом вновь обретенной родственницы. Да с удовольствием придушу ее собственными руками. Какое человеколюбие! Советую отбросить эмоции и рассуждать здраво. Ну как это не прискорбно, ты опять прав. Я приглашу ее к нам в дом, а? И придумаю способ, как избавиться от этой сироты-самозванки. А вот это правильно, вот это мудро, тем более, что дом наполовину принадлежит все равно ей. Да что же ты, кислотой на открытую рану. А это чтобы держать тебя в тонусе, дорогая. Расколотила! Убийца! Я не хотела, я еще не все пороки в доме изучила. Ага, я еще грабителей боюсь, а разорители вот, уже в доме. И кто это такая у нас ловкая? Борис, это моя новая горничная с растительным именем Флора. Моя новая головная боль. Пойдем, Борис, нам еще нужно обсудить свое приглашение для сиротки. А ты убирай, растяпа. Решил почистить этот дом, бандюга.
Ну какой же я бандюга. Хотя, учитывая, как я люблю невинных овечек... Это пастбище ты выбрал неудачно. Прошу тебя, не кричи, а то сюда сейчас весь дом сбежится. А мне бы очень не хотелось... Ты представляю, чего бы тебе хотелось. Надеюсь, мы думаем об одном и том же? Это о чем же? Завалиться в постель. Хотел сказать, спать хочется. Спать? До смерти. Какое это отношение имеет к этому дому? К этому дому? Да. Потому что я здесь живу, милашка. Да, а в окна лазишь ради удовольствия. Так я тебе и поверила. А тебе не приходило в голову, что у молодого человека может быть своя личная, бурная, интимная жизнь, которую он не хотел бы афишировать? И что? Что? Я сын Анфисы, Максим. И ты теперь работаешь на меня, крошка. Это какая-то ошибка. Это не может быть. Что, испугалась, дурочка? Да ты красотка, ух, какая! Только и ты со мной должна быть ласковой. Тогда все у нас будет как нельзя лучше. Максим? Да, знакомился с нашей новой горничной. Я не слишком ли тесно и усердно? Я сопротивлялась, даже со стервенением. Отправляйся в мою комнату, Флора. Там для тебя будет куча не менее интересных занятий. Терпеть не могу. Покажу беспорядок. Дорогу. А ты стой. Ой. Что? Ой. Что? Ну что, опять на горничных потянула? Сколько раз тебе говорить, не приставать к ним. Что за подозрение, маман? Это так? Это ознакомительная экскурсия. Да знаю я твои экскурсии, знаю. В такие дебри заберешься, а заглаживать последствия придется, как всегда, мне. Не знаю. Новенькая какая-то дикая. Дикая. Она чуть швабры меня не отходила. Приняла меня за грабителя. Наверное, потому что ты похож на бродячего кота. Мяу. Ой, дуралей. Очнись, Максим. Семья в опасности. Ты снова решила выйти замуж? Очень деликатно с твоей стороны. Не хами матери, паршивец. Впрочем, не это сейчас волнует меня больше всего. Как ты знаешь, твой покойный отчим своим завещанием оставил нас почти нищими. Все достается его доченьке, людоедке. Поэтому я приняла мудрое решение пригласить ее к нам в дом, пока она сама не ворвалась, и придумать способ помешать ей завладеть, загробастать все, нажитое моими многострадальными нервами, в свои жалкие ручонки. Максим! Да-да. Тост за твой отличный план и его реализацию. Захват заложницы. Вот если бы ты не был таким бестолковым, то все наши дела вел бы ты, а не твой двоюродный брат Ярослав. Что? Я пытался. Пытался. Я пытался, и сами не дали мне ничего сделать. Конечно, так и правильно сделали. Иначе я давно бы уже стояла на паперти с протянутой рукой. Приветствую, родственники! Тетушка, вы, как всегда, все свое время тратите дело подрастающего поколения. Прекрасные инвестиции. Воспитание – это наше все. Ой, Ярослав, ну как хорошо, что ты явился. Нам как раз нужна трезвая голова. Ну, тогда это ко мне, тетушка. Я давеча заключу вот несколько контрактов, они вам принесут хорошую прибыль. Наш бизнес процветает. Ну, как сердце разрывается. И все это должно достаться черт знает кому. Уверен, вы что-нибудь придумаете. Радует твой оптимизм. Но дела совсем не так безмятежны, как хотелось бы. А точнее, ужасны. Помимо прибыли, нам достается еще и наследница. Придется пойти на жертвы. Эта узурпаторша приедет к нам в дом. Представляю, как вы страдаете. Невыносимо. Пойдем, Ярослав, нам нужно еще об этом подробнее поговорить. Максим, за мной! А нельзя пострадать без меня? Максим! Максим!
это да. Да что же это такое? Опять. И кто здесь у нас такой беспорядок устраивает? Это я, Флора. Я, между прочим, очень опытная. Просто я не знаю, как это все получается. А, ты новая горничная? Да. А вы? Я шофер. Ага. Так вот, кто мне здесь устроил бардак? Я устроил. А кто? Ты всегда такая злющая? И ничего я не злющая. Да, глаза так и сверкают добротой. Давайте помогу. Так, стоп, а вот этого не будет. Кыш, на три шага от меня. Меня предупреждали, что в этом доме шашни с молодыми людьми вовсе не приветствуются. А я вообще не склонна подобным беспорядкам, понятно? Так ты подумала, что а я... А то нет. 5 минут назад уже один парень уверял меня, что он монах на каникулах. И что? Глаза точно блудливые, как у тебя, а руками черти водят. Да. А ты себя не переоцениваешь? Держись от меня подальше, шофер. Смотри, под ноги лечится. Флора! Флора! Комната готова? Я готова. Цветы? Цветы на месте. Подарки? Подарки сложены горкой. Ага. И смахни пыль с портрета Александра. У него сегодня праздник. Да смотри, не разбей ничего. Тетушка, такое ощущение, что мы ждем приезда как минимум премьер-министра. Хуже. С премьер-министром мне делить нечего. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. А вот с дорогой девушкой Дианой я должна найти в себе силы. Каких это пор? Она стала здесь вот такой дорогой. На с тех самых, как оттяпала мое состояние. Так, Флора, поставь стул для меня в центр. Она должна сразу почувствовать, кто в доме хозяйка. Борис, Ярослав, будьте рядом. Не дать не взять. Королева-мать со свитой. Я вижу, кто-то засел в ложе позлословить. И я лишь хочу видеть свою родную племянницу. Свою родную? Девочки, Брайт, мы должны продемонстрировать в гости, что она вступает в дружную семью. Тетушка, а может она вообще не приедет? Что значит не приедет? На наследство все слетаются, как мухи на мёд. Мухи слетаются кое-что на другое. Не путай, друг мой. Борис. Ха! Какие напряженные лица. А? Может, начнем уже праздновать? Угомонись, Максим. Совсем не обязательно, чтобы гость был виден сразу блеск твоего ума. Ты же сама сказала, что мы должны ее... поразить. Максим, сядь! Ну и? Что? Составил получитель. Ого! Вот это домище! Грандиозно! Всегда задавалась вопросом, кто в таких живет. А как в зоопарке? Каждой твари по паре. Макс! А вы, наверное, мои родственники. Ну и толпа же. Девочка моя, мы тебя так ждали. Если б ты только знала, как ждали. Правда? Здорово. А то я себя давно считала сиротой. О, бедняжка. С тех самых пор, как мой папаша и мамаша убежала с каких-то хрящей в неизвестном направлении. Я была еще совсем маленькая. Кошмар! Я готова заменить тебе мать. Подойди, девочка моя. Надеюсь, вы-то не сбежите. Ну что ты? Куда ж я отсюда денусь? Максим, подойди, поздоровайся. Максим, подойди. Я тоже готов заменить тебе. Неужели отца? Мама. Какой оригинальный юмор. Максим будет тебе любящим братом. Меня еще и любить будут. Вот это роскошь. Всегда мечтал о сестре. Такой вот. Ну тогда будем считать, что я воплощение твоей мечты. Братец.
Мама. А вы меня тоже любить будете? А что я что? Я как все. Это будет! Будет, конечно, будет. Это мой племянник Ярослав. Очень, очень способный. А это Борис. Наш друг семьи и мудрый советчик. Я счастлив, счастлив лицезреть тебя здесь, Дианочка, детка. Наконец-то ты обрела семью, я не побоюсь этого слова. Как мудро сказано. Всегда приятно приобрести что-нибудь. Главное, чтобы это было не дешевое барахло. А я твоя тетка, Изольда, сестра Александра. А ты как-то не очень похожа на него. А я вылитая мать. Циркачка? Нет, ну характером, скорее всего, отца. Тогда я за тебя спокойна. Эта семейка бред для тебя сожрет. Неужели меня мой кто-то здесь есть? Ну, отстань от нее, Изольда. Не обращай внимания на нее. У твоей тетки ветер в голове. Даже родной братец не воспринимал ее серьезно. А это... Кстати, портрет Александра. Вот этот насупленный тип с хитрыми глазами. Мой папаша? Ага. Теперь понятно, почему я осталась сиротой. Понятно, да. Ой, зачем он скрывал тебя от нас? Ну, пойдем, я покажу тебе наш дом. Флора, убери. Макс, за мной. Мяу. Борис? Да-да. Да-да и все. Меня нет? По-твоему, я бестелесна? Телесна, то есть в теле, в нормальном смысле. Нормально. Ну тогда почему ты меня не замечаешь, а твоя косточка скучает? Ну, Изольда, зачем нам публичность? Ведь это может лишить наши отношения той прелести, которая делает их такими неповторимыми. Но мне этого мало. Ты становишься жадной, Изольда. Ну, мой козлик. Ну, мой брат Александр давно уже умер, и он уже не может лишить меня наследства. Тем более, я имею свою долю, хоть маленькую. Но свою? Слишком маленькую. Я просто хотел сказать, что Александр тебе, как сестре, должен был оставить гораздо больше. Ну, наверное, он считал меня очень расточительной. И что я могу там профукать на всякие глупости. Кто бы тебе позволит? Ведь я рядом был бы с тобою я. Человек благоразумный. Да что деньги, деньги. Главное... чтобы ты ласкал свою Изольду. Ну когда же мы объявим о нашей большой любви? Изольда, не горячись! А-а-а. Мне кажется, сюда идут. Легко говорить «не горячись» мужчине, у которого вместо сердца ледышка. А что делать женщине, у которой бушует вулкан? Соблюдать правила пожарной безопасности. Смерть твоего отца стала таким ударом для меня, как обухом по голове. До сих пор оправиться не могу. Все вспоминаю и вспоминаю, и только хорошее. Ты, наверное, тоже скучаешь. Да сейчас чего это? Я же его даже и не знала. Да и он обо мне вспомнил в самый последний момент. Вместе с завещанием передал мне письмо. А, ну и? Ну и что же там было? Оля-ля, там и любопытно, как эти самые... Как там, папарацци? Я ж тебе почти как мать. Да ничего особенного там не было написано. Поезжай, доченька, к родственникам, обними, забери все причитающее тебе наследство. Все до копеечки. Обнимаю, будь счастлива. Мерзавец, косынгатель, и непостижимо, да как он мог? Ну, это я к тому, что никогда не видеть свою дочь и оставить ей такое короткое письмо. Узнаю Александра, душевный урод. Да я его простила,
еще неизвестно, каким бы он был отцом. А так напоследок поставил приятное себе впечатление. Теперь я и выполняю его волю. А как долго ты собираешься пробыть у нас? Ой, пойми меня правильно, я это к тому, чтобы знать. Я все понимаю, не тушуюсь. Ну, так как полдома принадлежит мне, а папаша запретил продавать родовое гнездо, так что мне придется остаться здесь, с вами. Как с нами? А вы не рады? Ай, рады, конечно, рады. Только так неожиданно. У меня аж сердце затрепетало. Вот что значит положительные эмоции. А мне уже смеяться хочется. А что ты собираешься делать со своим наследством? А что там у нас? Сахарный завод? И не только. Кондитерская фабрика, и магазины, и еще кое-что. Я бы с радостью хотела всем этим поуправлять, но опыта маловато. До этого я управляла только велосипедом, но это же не одно и то же. Поэтому надо подумать. А вот это правильно. Вот это правильно, мы все должны основательно подумать. Ну, я имею в виду, мы поможем тебе как родной, всей семьей. Хочется вас обнять и плакать, умереть не встать. Даже в детдоме после драки с мальчишками и то не плакала. А ты чувствую, не выйдет, и так и сделаю. Пойду и поплачу. От переполняющих меня чувств. Ну что ж, драться мы любим. Ну, еще посмотрим, кто кого. Ай, Ярослав, ты как всегда, кстати. Мне нужно срочно с тобой поговорить. Всегда к вашим услугам. Нас никто не слышит? Нет, надеюсь. Ярик. С этой наследницей ужасная особа. Мы все можем потерять. Это печально, тетя, печально. Но тебе-то не нужно напоминать, что ты первый окажешься на улице. Страшно подумать. Вот я и подумала. А нельзя ли сделать так, чтобы хотя бы часть капитала ушла в тень от нее и досталась нам, семье, а? Тетя, на что это вы меня толкаете? Ой, ну не прикидывайся дуриком, не прикидывайся дуриком. Я не знаю, как там это у вас называется, но ты-то должен знать, а? Я знаю. Вот это называется «Дело пахнет тюрьмой». Ну зачем такие страхи? Нет, ну ты не подумай, я не желаю тебе ничего плохого. Ты же мне почти как сын. Я думаю просто о нашем и твоем, между прочим, будущем. А может, есть вариант, а? Это исключено. Ты точно уверен? Клянусь. Значит, нет? Тетя, нет. Прошу прощения. Ну что ж, значит, будем искать другие способы. Ай, ты вора! Что ты еще под ногами-то путаешься? Сними этот идиотский портрет и спрячь его подальше. У меня от него изжога. Могла бы пахала по воздуху. Лётчица, давай помогу. Не надо, я сама. Так он огромный, ты не сможешь. Все, я смогу, если мне не будут мешать всякие докучливые типы. Это да. Сейчас бы на одну горничную, видимо, стало бы меньше. Пусть бы стало меньше.
Ну чего теперь рыдать? Ты же вышла из этого. Пике, Лётчица, испугалась? Еще как. Я в этот дом как попала, как будто какую-то марафонскую дистанцию бегу. А позади свора диких собак. И чем быстрее я бегу, тем они громче лают на меня. Вот я и сорвалась на тебя. Да, горничным здесь не слаще. Ну, ты не подумай, я не жалуюсь. Я и не думаю. А вот руки все равно убери. А, соблюдать дистанцию. Да. Эй, шофер, погоди-ка. Мне кажется, это твоя книга. Моя книга, да. Ты извини, я ее тогда на совещание случайно приходила, когда мы с тобой столкнулись. Финансы, управление предприятием, бухгалтерский учет. Как-то странно для шофера. Ничего странного. Между прочим, я заочный институт заканчиваю. Ну что, не хватает знаний для управления автомобилем? Не хватает знаний для управления предприятием. Или ты что думаешь, я всю жизнь буду работать шофером? Я упрямый и своего добьюсь. И придет время, когда я смогу тебя уделить. А ты себя не переоцениваешь, шофер? Ой, ну что за наказание? Флора! Флора! Пропажа! Флора, ну сколько раз тебе говорить, чтобы окна в этом доме были закрыты, а у нас все настежь, град не хочу. Анфиса Львовна, но окна открыть распорядилась Диана. Диана? Да. И что, она задыхается? Она сказала, что она прямо задыхается в этом доме. Как бы это было кстати, но нет. Нам так не повезет. А что это там вообще грохочет? Это Диана занимается в своей комнате. Занимается? Да. Интересно, чем? Не твое дело. Сказала она, закрыла дверь, прямо к ней в лицо. Чума! Чума в моем доме! Чума! Чудненько! Как замечательно! А Диана, девочка моя, как ты себя чувствуешь? Ничего не беспокоит? Беспокоит! Еще как беспокоит! Сегодня нелетная погода. Да? А я как-то и не заметила. Тарелки никак не хотят летать. Именно тарелки? Тарелки! Летать! Летать! Я уже целую гору перебила. А, так ты о посуде, а я-то уж подумала о летающих тарелках. Я и говорю, о посуде из вашего буфета. Боже, фамильный сервиз! Очень неудобный, рассказывает. Бьется. Какой кошмар! Я говорю кошмар! Так я никогда не научусь жонглировать. Жонглировать? Моими тарелками? Анфиса, держи себя в руках. Зачем тебе, девочка моя, ими жонглировать? А я что-то не сказала? Вот растяпа, я так хотела вас обрадовать, огорошить. Но забыла, я хочу стать этой, как там, жонглеркой. Жонглершей. Жонглер? Да, не важно. Я хочу выступать в цирке в оригинальном жанре. Представляете, на арене цирка, всемирно известная циркачка Диана Суперлупе Олегова. Ну как? Потрясающе. Я говорю, это будет потрясающе. А после этого я буду учиться жонглировать горящими булавами. Сожжет дом, бандитка. Сражу всех на повал. А еще я подумываю построить цирк. Цирк! Я иногда тебя люблю! Цирк! Ну как? На мои деньги. У меня нет слов. А в глазах какой-то блестящий калейдоскоп. Я говорю, это будет блестящий традиционный. О, как мы прониклись. Но для этого нужно усердно работать над номером. Флора! Неси тарелки в мою комнату! Алле! Оп! Ну что за несправедливость? Она своего папашу никогда в глаза не видела. И получила все. Я же терпела этого гада почти всю свою жизнь. И осталась ни с чем. А теперь еще и вот! Цирк! Ай, Флора! Флора! Да где же ты, лентяйка?
бутылку. Ой. Банки на радостях! Борис, ну что за дурацкая привычка прятаться? Сегодня, очевидно, все меня убить хотят. А я и так, между прочим, уже ранена. Ну что ты, что ты? Я случайно оказался за шторой. Подслушивал? Ну, просто мне важно все, что связано с тобой. Ну, прости, друг мой, ну с этими событиями я совсем голову потеряла. Нам, наверное, стоит уже подумать о нашем совместном будущем. Сплю и грежу о подобном счастье! Борис, ну все, мне, конечно, приятно, но уже хватит. На нас смотрят. Меня спину заклинило. Флора, что ты стоишь-то, как истукан? Помоги Борису! Ой, стой! Флора, быстрее же, Борис! Давай! Флора, давай, помоги ему! Осторожнее! Свободно, детка! О, какое облегчение! А можно позавидовать. А я вся натянутая, это струна, тетива, ну, впрочем, не важно что. Ну и что ты думаешь о вновь обретенной родственнице? Да чума! Вульгарная, неотесанная колода! Но, кажется, недалекая. Мне кажется, мы должны взять в оборот эту малышку Диану. Так и дураку понятно, но как? И я придумал, как это сделать. Ой, Ярослав, ну никогда не сомневаюсь в твоих аналитических способностях. Ну говори же, говори, что ты придумал. Нужно сделать так, чтобы Диана вышла замуж за члена нашей семьи. И тогда все состояние окажется неделимым. Как же это нам не самой-то в голову не пришло? А я подумал о том же самом. Вот только меня Ярослав опередил. Пырытки! Замужество хорошая ловушка. Охота на живца. Мне кажется, в этом деле должен участвовать человек с опытом обхождения с женщинами, разбирающийся в тонкостях женской души. Тетушка, если так нужно для семьи, я готов предложить кандидатуру, то есть прекрасно, я... Прекрасно! Прекрасно! Только вот как заставить пойти на это Макса? Макса? Вот-вот, я о том же. Он порой бывает таким упрямым. Придется попотеть. Пойду найду его и обрадую. А, какая замечательная мысль! Ну и как тебе такая идея? Брак. Ужас! А, впрочем, ведь нам должно быть все равно. Или у тебя были планы? Что, Борис, как я могу подложить такую свинью тетушке? А у вас? Помыслить не смею! Ну, конечно же. Конечно. Да что ж ты убегаешь от меня, словно экспресс какой-то? У меня уйма работы, не до глупостей. Только не думай, крошка, что у Макса больше нет других дел, кроме как гоняться за недотрогами. Такая абсурдная мысль меня даже не посещала. Знаешь, а мне даже... нравится, что ты сопротивляешься. Да, ну. Ага. Знаешь почему? Потому что меня это еще больше заводит. Я никак не возьму в толк, зачем такому заводному парню, как ты, меня преследовать. Вот если ты не будешь полной дурой и разрешишь ночью постучаться в твою дверь, я тебе все подробно объясню. А я недавно сервиз разбила. Фамильный. Да. И чё? Я думаю, что члены фамилии тоже могут пострадать. Я бываю такой неловкой иногда. Пойми, ты же мне нравишься. Ой, как нравишься. Настолько, что я готов на тебе жениться. А? Выходи за меня. Мои неприятности только начинаются. Максим! Как раз Максим! Не хватало кого-то на душе. Ага, волшебные трели моей мамочки. Черт, я просто беру паузу. Ха, Флора, чем занимаешься? Героически парюсь.
с грязью и беспорядком. Очень молодец! Помни, при лежании усердия основные добродетели профессионального роста горничной. Они помогут тебе избежать больших и опасных соблазнов в жизни. Кстати, ты Максима не видела? Вот я как раз таки думаю, что он в погоне за очередными соблазнами. Но думаю, что сейчас он как раз решил взять паузу. Ну что, хорошо окопался? С комфортом? Ну, Максим, ну я же просила тебя, ну предупреждала, никаких горничных. Это дурной вкус. Максим, мальчик мой, ты что там, застрял? Максим. Уединялся, чтобы подумать о смысле жизни. Но разве в нашем доме это возможно? Ни секунды покоя. Именно об этом я и хочу с тобой поговорить. О чем? А хватит прятаться от суровой реальности нашей жизни, дорогой. Не понимаю, о чем ты? Поскольку у тебя неуемная и неконтролируемая тяга к женскому полу, да. Нужно что-то срочно предпринимать. Что предпринимать? А что-то? Что-то? Что? Жениться тебе пора, малыш. Фу! И как можно скорее. Фантазии у вас, мама. Но... Я пока и так отлично справляюсь. Но пока ты не наделал глупости, от которых потом будешь горько-горько-горько сожалеть. Нет. А женитьба сделает из тебя этого настоящего мужчину. В общем, так будет лучше, поверь мне. А? Судя по твоему кавалерийскому напору, ты уже и кандидатуру мне подобрала. Ну, конечно. Но решила облегчить твою сложную проблему выбора. Ну, хорошо. Кто она? Диана. Это вот это. Я ее боюсь. Ну, конечно. Она ведь не горничная, не кухарка, от которых ты млеешь. Она всего лишь девица с огромным наследством. Большой недостаток. Мама, у нее недостатков больше, чем у меня причин и физиономии. Ну, а язык такой, что любая змея позавидует. Ну, в этом же есть положительные стороны. И какие? На нее никто не позарится. А это, между прочим, твоя гарантия от врагов. Не потом. Не красота главная в браке. И даже не это... Любовь. И то, и другое, между прочим, быстро увядает. А капитал остается. И если ты не женишься на этой очаровашке, он утечет из наших рук. А так, мама, пойдет ко дну вся моя жизнь. Ой, да чушь! Вот без капитала на дне можно оказаться гораздо быстрее. Ну ты же этого не хочешь? Или ты боишься чего-то другого? А может, ты просто не в состоянии произвести на нее впечатление, а? Что? Не знаю. Я не в состоянии произвести впечатление на какую-то там девицу? Я не в состоянии произвести впечатление. Тогда действуй. Посмотрим, не в состоянии. И любуюсь, богиня Диана, вышедшая на охоту, просто картинка. Вы на что вы так меня пугаете? Я чуть не окочурилась. Вот это была бы картинка, богиня Диана,
от испугу отдала Богу душу. Ну что ты, что ты? Твое здоровье такая ценность для нас теперь! Дай я тебя расцелую, красавицу! Зачем? По-отечески! А, ну по-отечески! А ты! Чертовка шальная! Дождь за баном, как угорелая! Людей отвлекают от важных дел. А вы шалун! Что-то ваши поцелуи на отечески совершенно не похожи. Ну так я тебе не отец, мужчина. Рядом с таким ангелом и сам распускаешь крылья. Осторожней, а то взлетите ненароком детенышком, бац, а потолочек опасненько. Шутница. И как себя чувствует наследница в отчим доме? Прекрасно. Я везде себя чувствую прекрасно, назло окружающих. И такой большой груз на хрупкие девичьи плечи. Какой такой груз? Знаете, на них десять шар не следишь. Так что никаких грузов. Так я о наследстве, огромное состояние. А вы об этом, сладкая жизнь, масса красивых вещей в двойстве. Большая ответственность. Ой, да не пугайте. Наконец-то девушке привалило счастье, и то порадоваться не дадут. Проблемы. Так вот и я о том же. Стоит забивать такую очаровательную головку всякой серьезной чепухой. Ни в коем случае. Голова у девушки нужна для украшения. А не для тяжелого, пусть на труда. Я там, впрочем, кому смогу доверять. А вот это молодец, вот это правильно. И кто мне будет симпатичен и близок. Небось, какому-нибудь молодому хлыщу. А почему бы и нет? Нет, такую девушку, как ты, нужно холить и лелеять, окружить нежной лаской и теплотой, чтобы в головку всякую чепуха не лезла. Ну разве на это способен какой-нибудь неоперившийся молокосос? Заманить на деньги? Они этого еще не понимают. Собственный эгоизм летит впереди них, мотыльки. То ли дело человек с опытом, разбирающийся во всех тонкостях женской души. А что? У вас, может быть, есть достойный претендент? Девочка, как ты права, претендентов много, достойных мало. Но такие люди все же есть! Перед тобой тот, кто будет верен тебе и телом, и душой. Тот, кто не даст тебе на растерзание алчных охотников. Тот, кто готов будет исполнить любой твой каприз. Вставайте, вставайте, я слышу шаги. Нет, не вставай. Я все поняла. Нет, не все. Вставайте, а как же любой каприз? У меня ногу свело. Изольда, ты как, нельзя вовремя? Кажется, так оно и есть. А я тут как раз объяснял Диане, какие опасности подстерегают молодую, неопытную девушку с огромным состоянием. А почему в такой странной позе? Для наглядности. Тетушка Борис объяснял мне о хищных и коварных особях мужского пола, которые так и будут виться вокруг меня, чтобы прикипеть душой и телом к моему состоянию. Наверное, изображал крокодил. Не понимаю твоей иронии, Изольда. Кто-то же должен был, так сказать, наставить девушку. Блин, ты это сделал проникновенно и доходчиво. И с большим знанием дел. Я вам так благодарна, Борис. Всегда к твоим услугам, детка. Спасибо, Боренька. Я с удовольствием послушаю об опасности мужских. Теперь, Зоречка, я ни в чем не могу отказать. Старый павиан, а туда же. Здрасте. Как верно подмечено, точнее не скажешь. А я никогда за словом в карман не лезу. Вы-то откуда взялись? Почему в этом доме все появляются внезапно, как привидения? Решил нанести, так сказать, официальный визит. Торжественно. Так и хочется сесть. Как там это? Ах, глубокий реверанс. Так вот боюсь, как бы потом не встать от того, как переклинит, как случилось с Борисом. Это у вас очень хорошо получается. А я люблю повеселиться. Был бы повод. Ну, знаете, такое наследство, как у вас отличный повод, поверьте мне. А какое испытание. Знаете,
Говорят, это пагубно влияет на личность. Разрушает. Нет! Даже развращает. Человек черствеет душой, а в глазах появляются одни щечки. А на уме одна лишь прибыль. Жуть! Не говорите, но, знаете, если человек разбирается в финансах, он может... человек ведь так слаб. Я так слаба. А вокруг столько соблазна. Боюсь, как бы не заразиться этой болезнью. А вы, случайно, не страдаете? А что у вас так где? Обучилось лицо. Перестаньте! Перестаньте, я умоляю вас! Перестаньте хохотать, как ненормальная. Диана, вы нежная, тонкая, деликатная девушка. Нежная, тонкая, деликатная? Помнишь, не говорили? Ну, пожалуй, соглашусь. Вот, а это я сразу заметил. Какой вы умный сейчас. Это умный мужчина, очень большая редкость. И давайте поговорим, как умные люди. Вы сейчас стали владельцей огромного состояния. Я вел дела этого дома много лет, и дело это весьма успешно, обратите внимание. И что теперь? А теперь, Дианочка, умные люди на переправе коней не меняют. А почему? Почему? А потому что нерационально. Кони это ого-го! Серьезно? Ну вот, и как серьезные люди, мы с вами уже поняли, что нужны друг другу и могли бы стать отличной командой. Командой? Да, во всех отношениях. Диана, не торопитесь. Вы, возможно, не испытываете ко мне никаких чувств, но у вас есть разум, значит, и чувства будут. Я же вам не противен, а? Вы забавны. Ну вот, что и требовалось доказать, Дианочка. Ну, дайте мне шанс. Ярослав, вы мне сейчас нажурчали на ухо столько всего соблазнительно, что у девушки от таких слов могут подкоситься ноги. Хорошо, я понял. Вы обещаете подумать над моим предложением. Ночами спать не буду. Ведь серьезные вещи нужно обдумывать основательно. Мы как серьезные люди это понимаем. Вот как только созреет для решения, для ответа, сразу обязательно с вами поделюсь своими соображениями. Дети мои, а о чем это вы тут так мило беседовали? Ярослав мне рассказывал, какой мы могли быть замечательной командой. Командой? Как интересно. Командой, тетушка, по метанию дротиков. Вот. Никогда не думала, что ты тоже грезишь от цирка, Ярослав. Ну, при чем здесь цирк, тетя? Мы не просто кидали дротики, кто точнее попадет. Мечтает. Просто стесняется признаться. Ну вот, с дротиками у него, конечно, туговато. Может, его клоуном попробовать? А при чем здесь клоун, душа моя? Я помню. Я тонкая, деликатная, умные люди подумали. Тетушка, разрешите откланяться? Дела. Девочка моя, ты еще так неопытна. Хочу предупредить тебя по-матерински. Ты теперь не просто безродная сиротка, а девушка из достойной семьи. На виду у общества. Поэтому... Теперь стоит блюсти репутацию и быть осторожнее с мужчинами, пока не встретишь того одного единственного. А если я его не встречу? Непременно встретишь, от которого ёкнет сердце и который сразит тебя наповал. Поверь опытной женщине. Верю. Но чтобы ёкнуло сердце, нужно как можно больше кандидатов пересмотреть. Испортить репутацию, доченька, это почти то же самое, что вывалиться в грязи. Окружающие шарахаться будут. Но не буду тебе тихо, короля! Это папа хищение! Папа, почему именно тебя?
имеется спрос, потому как нельзя быть богатой такой. Ну что, сопротивляться будем? Вот и умница! Я же пыталась предупредить, что со мной лучше не связываться. Вот что бывает, когда не слушаешь собеседника. Ну, давайте посмотрим, кто там. Ха-ха! Не всех дурных я перебила. Эй, террорист! Хлипкий какой попался. Зачем столько воды? Я же захлебнусь. Что произошло? Меня сбил паровоз? Это жертва похищения выразила свое недовольство. Слабая хрупкая, но аж! А почему? Потому что мне не нравится, когда со мной пытаются подорвать из моего спроса. Что это было? Я тебя спрашиваю, что это было, похититель хренов? Что? Какой у нас еще явный день? Сейчас тебя шибет еще один пар! И не надо! Сразу все вспомнишь. Почему я весь этот цирк устроил? Это так? Для веселья? Вот повеселили, сейчас два! Не надо! Не надо, это чтобы привлечь твое внимание. Тебе это удалось, придурок хренов. Но зачем? Как зачем? Что ж здесь непонятного? Нравишься ты мне? Ой, как нравишься. Эй, сбавь обороты. А как же любящий братец? А какой я к черту братец? Я ведь тебе места не нахожу с тех пор, как ты появилась в этом доме. Что, чесотка замучила? А я-то думаю, что вокруг меня круги наворачивает. Что, так сильно приспичило? Да, я такую, как ты, давно искал. Какую такую? Красавицу, что глаз не оторвать. Вот никогда не себя не считала красавицей, так что не бей. Ну, это ведь смотря как посмотреть. Есть ведь красота не массовая, а эксклюзивная. Но ее ведь рассмотреть надо. Я вот, например, рассмотрел. Подбитым глазом? Да, ничто не преображает. Девушка, как ее наследство. Любая образина сразу становится красоткой. Но я не красавица и не уродина. Пожалуй, соглашусь на эксклюзивную красоту. Так что ты там еще рассмотрел? Страстный темперамент. Его я не только рассмотрел, но и почувствовал. Ну, извини. Переборщила. В детстве я занималась секцией бокса. Ощутимо. Но я не об этом. Я о страсти. О женской страсти. Страстная женщина, как белая ворона в стае. Редкость. И каждая страстная женщина жаждет найти что? Что? Нет, не что, кого? Кого? Достойного мужчину, способного утолить эту страсть, закон природы. И где такого найти? Ну, ты подумай, может быть, твоя интуиция тебе что-нибудь подсказывает? Подсказывает? Да ну! Что такое достойная земля? Мне не найти. Что-то твоя интуиция того. Запуталась. А, не то она тебе должна подсказывать. В ухо шептать. Что такой горячий, как ты, нужен такой страстный парень, как я. Чувствуешь, какой я пылкий? Остынь, мачо. А то проснется мой страстный темперамент. Меня с наскоку не возьмешь. Ну, подожди, неужели я не бужу в тебе чувственных фантазий, не вызываю каких-то чувств? Не вызываешь, не будешь. Только не могу понять, что то ли тебя придушить хочется, то ли нужно
тебе разобраться. Что ж здесь думать? Здесь чувствовать надо. Дуралей! Что творится-то? Что творится? Женихи в очереди выстраиваются. Ну? И кто следующий? Неужели попов не сяк? А нет. Претендент косяком идет. Ну, что скажешь? Я уже знаю то, что я прекрасна, как майская роза. Хрупка, тонка, веселая на всю голову. У меня есть маленькая, очень маленькая проблемка. Это мое большое наследство. А что маленькое, скажешь ты? Не стесняйся, Билай. В магазин ехать будете? В магазин? Да, мы собирались. Подожди. Что, я совсем не произвожу на тебя никакого впечатления? Это обязательно? Вот хорошенькое дело. Что, совсем никакого? К сожалению, вы не в моем вкусе. Я думала, я теперь все по вкусу. Прошу прощения. Да разрази меня, дурак! Единственный нормальный мужчина, который мое внимание с вами проигнорировал! Возможно, ты только что отказался от своего большого будущего, Шифро. А разве? Да, а подслушивать нехорошо. Ну, я случайно. А ты не думала, может, я сделал это специально? Ну, зачем? Не получив желаемого, она как созревший плод упадет на объятия. Ой, ой, а что у тебя с глазами? А что с глазами? Сейчас стрелять начну. Бедная девушка. Не-не-не, девушка как раз и не бедная. Ну ты и гад. Не думала, что ты так опасен. Я ужасный и коварный сердцеед. Ну ты и наивный, я же пошутил. Не люблю, когда меня покупают. Предпочитаю быть женщиной на рамках. А я не люблю, когда со мной так шутят. Ты за дурочку меня решил принять? Вот правильно мне говорили. В этом доме держись подальше от этих хищников в штанах. Не, я, конечно, мужчина, я в штанах, но, поверь, я вовсе не коварный. Вот вы все так говорите. Хорошо, как я могу искупить свой страшный грех? Ни за что. Хотя, есть одно дело, надо помочь одной особе. Я сразу хочу тебя заранее предупредить, что я вовсе не разбираюсь в уборке дома. Но для тебя я подбираю полы. Ты решил легко отделаться? У меня будет дело посерьезнее. Он же опасный. И эта девушка считает меня хищником? Цветы! Какая прелесть! Ума не приложу. И от кого же это? Кажется, я догадываюсь. Наконец-то он осознал! Он, может быть, и осознал, но цветы для Дианы. Опять ей? Пятый веник за утро. Лучше бы что-нибудь попрактичнее дарили. От кого же это? От анонима. Ну почему эти анонимы пролетают все время мимо меня? Тетушка, а вы сегодня ночью случайно никаких странных звуков не слышали? Что-то неприличное. Нет, как будто кто-то скулил. И так жалобно и протяжно. Жуть. Нет-нет, я спала как убитая. Может быть и показалось. В последнее время как меня массово поклонники осадили. В моей голове постоянно какие-то голоса. Наверное, это так приятно. Исполнение дифирамбов мужским хором. Кошачьи вопли. Дианочка, детка, я, конечно, понимаю, ты молода и красива, но мужчины как будто с ума посходили. Так и вертятся вокруг тебя, так и вертятся. И что они в тебе такого находят? Они чувствуют запах. Денег. Деньги? А как же чувства? Ой, тетушка, ну вы сама наивность. Вроде бы такая солидная женщина, а не знаете, что в нынешнее время деньги возбуждают гораздо сильнее. Да,
Я, может, глупа и старомодна, но я не высушенная мумия с выхолощенными чувствами. Я все чувствую. Да-да, вот так оно и скулило, жалобно и протяжно. Тетушка, так это были вы? Это мое сердце, душа. С ума сойти. Именно это со мной и происходит. Ну, так можно убиваться или из-за больших денег, или же... Тетушка? Кто? Нет-нет, я не могу. Это наша тайна. Да что я спрашиваю? Борис? Борис? Неужели так заметно? Он любит меня, но только природная деликатность мешает ему объявить о наших чувствах. Ну и что вы тогда голосите своей истерзанной душою? Да потому что мне кажется, что он вокруг тебя бьется и облизывается. Что бы я сейчас вам ни сказала, вы мне все равно не поверите. Женская ревность слепа. Но у меня есть прекрасная идея, а у вас шанс проверить чувства этого скромного мальчика. Вы хотите этого? Ой, как хочу, Дианочка! Тогда объявляю операцию Борида! Вперед, КПК! Вперед! Наш деловой озабоченный Ярославчик. Мне кажется, нас интересует один и тот же предмет. Вы имеете в виду, по всей видимости, большой куш? Я говорю о Диане. Собственно, и я о ней же. Фу, как неизящно, как будто речь идет о мешке с деньгами. Поверьте, огромном мешке с купюрами большого достоинства. Как это цинично и вульгарно. Я вижу в этой девушке совсем другое. Природную красоту, редкую непосредственность. Жаль, что не всем дано это рассмотреть. А вы, значит, рассмотрели, Борис, да? Это вот с вашей близорукостью. Я понимаю, если бы речь шла, вот, например, о Флоре. Очень интересная особа, между прочим. Да что же грязные инсинуации? Да чтобы я был женщиной ради выгоды, да никогда. Для этого должна быть, по крайней мере, большая выгода. Вот ты, любовь! И как-то срочно и своевременно случилась эта самая любовь у вас. А не тебе, наш милый мальчик, упрекать меня в неискренности. Уж я-то знаю, как ты управляешь делами этой семейки. Сколько сладенького прилипло к твоим лапкам. Липким ручонком. Вот. И после этого смеешь упрекать меня в нечистоплотности? Я? Да что вы, Борис, как-то я могу обвинять вас. Это светоч справедливости, образец честности в нашем доме. Только напомните, пожалуйста, не вы ли пытались ошельмовать совещание покойного дядюшки? А не получилось? Какая досада! Ложь! Наглая ложь! Опровергла! Диана, детка! Мы должны как можно скорее продолжить наш так грубо прерванный разговор. Не проблема, жаль, что вас тогда так перекосило. Дьявол, наконец-то вы в моих руках. Почувствуйте, какой опорой я могу для вас быть. Да, опора из вас дороже. Ну что, вы согласны? Мы так друг друга мало знаем. Мне еще надо проверить вашу деловую хватку. Горячий, не по годам. Но я же говорил, что у меня большой потенциал. О, мужчина сейчас с большим потенциалом. Такая резкость, но все же я сомневаюсь. Яночка, вы чувствуете, какая у меня хватка? А в бизнесе так лапчища. Ну, конечно, хорошая, но гораздо красноречивее были бы отчеты о вашей деятельности в моем бизнесе. Ну что же тебя останавливает, детка? Ну, если вы... Как-то были помоложе, по гламурнее. Ну это же все предрассудки. Но не так влияют на общественное мнение. Детка, ну дай мне шанс, ты будешь приятно удивлена. О, Борис, вы мертвого говорите. Спи вечер. У меня в комнате. Вечером, наедине. Ярослав, вы что там? Вы а знаете, есть, между прочим, повод.
Я просил бы не расценивать меня только как делового партнера. А я и некоторым конкурентам могу дать фору как мужчина, между прочим. О таком наборе можно просто мечтать. Мы согласны. Ну, поживите мне совершенно деточку! Что ж такое? Деточка, ты не ушиблась? А видишь, что бывает, когда некому вовремя руку подать? Ты не насмотришь раздела! Я не специально! Еще ты специально! Тогда бы вообще расценивалось как разбойное нападение! Да, знаете, я сама столкнулась! Ну, сама, так сама! Повезло тебе, дуреха! Позвольте, я вас провожу до комнаты, не дай бог, что-то еще случится! А я на руках готов отнести! Я вас умоляю, на руках вас опять переклинит, Борис! Не надо, я сама! Церкви какие! В жизни есть взлеты и падения. И сжимая зубы, нужно принимать героически и то, и другое. Я поражен вашей прыти, Борис. Мы под стать твоей наглости. Ну что, конкуренция так конкуренция! Война так война! И пусть победит сильнейший! Мудрейший! Стоп! Подождите, Борис Ильич, я прошу прощения. А вы не видели мой портфель? Ничего я не видел! Там же документы, как? Он уже доставил в офис! Бегай, суетись, а мы будем действовать целенаправленно. У нас свидание, где-то моя Люба! Ты поешь для меня, мой трубадур. Да, для тебя моя клубника со сливками. Боренька, ты меня еще любишь? Что за вопрос? Всегда! Но сейчас возникли такие обстоятельства, которые в корне могут изменить все наше будущее. Поэтому, увы, должен бежать. Волк, как говорится, лапы то ноги кормят. Ах, Боренька, смотри, как бы эти лапки не попали в капкан. Факельное шествие, праздник души. Кто-то таки стреножил эту норовистую кобылку. Максим, развяжи меня. А? Не слышу. В ушах звенит после чьей-то оплеухи. Максим, развяжи меня, пожалуйста. Хорошо. Кто тот благородный смельчак, что связал тебя? Флора. Флора? Да. Героическая крошка, не ожидал. Но как ей это удалось? Я сама ее попросила. Сама? Так я тебе и поверил. А зачем? Я хотела научиться освобождаться без посторонней помощи. Номер такой цирковой, лизион. А куда же делась Флора? Ее мамаша твоя позвала. Максим, развяжи меня! Нет уж, голубка, не изменяйся я. Без посторонней помощи, так без посторонней помощи. Сама. Что ты лопнул? Ты же видишь, я не могу освободиться! Это меня и радует. Думаю, что только в таком положении ты выслушаешь меня до конца. Я не привыкла отрицать вашу чужую дудку. Все больше убеждаюсь, что мы созданы друг для друга. Я тоже страдаю самодурством. Сейчас силу мою, Бог, ты ощутишь на себе, как только я освобожусь. Предупреждаю, будут травмы. Отбросим глупые пикировки в сторону. Поговорим серьезно. В моем окружении, как ты знаешь, полно девчонок, желающих выскочить за меня замуж. Ну, все не то. Все они слишком благопристойные, правильные и скучные. А главное, с огромными запросами. Им подавай мало того, что состоятельного, так еще и выполняющего все их прихоти принца. А я не принц. Да и ты не принцесса. Что? Но это мне в тебе и нравится. Такая... Ух! Зажигательная и это самое, чумовая, во! Не жалею, выгляжу такой же ненормальной, как ты. Хуже. Ненормальная сестра, объединяйтесь! Со мной этот фокус не пройдет.
Я большая индивидуалистка. Да, но бывают случаи, когда даже самой большой индивидуалистке, ой, как нужен такой себе заводной парень Макс. Вот как сейчас, например. Или для любви. Ну а сейчас сделаю тебе приятное. Сейчас это собственность. Не беспокойся, красотка. Твоя собственность в надежных руках. Смотри, а то покусаю. Я же сказала, что покусаю. Хватит меня преследовать, я уже сказал, вы девушка не моей мечты. Да, да, я помню, и со слухом у меня все хорошо. А этого ты не видел? Кого? Да никого. Вот кто-то взял на мою голову, все, он там больше прямо в порке. Отвергнутая женщина страшная штука. Страдает. Но сердцу не прикажешь. Данила, голубчик, ты не видел здесь? Видел, не с этого направления. С портфелем! Зачем с портфелем? С обиды? Ты о ком, Остолов? О Диане. Да, я о портфеле! Черт, Данила, ты не видел здесь... Портфель? Ой, черт, портфель, я про Диану. Ой, вы сами разобраться не можете, что вам нужно? Попробуй сам разберись, кто именно тебе нужен, а? Мальчик мой, ну что, как продвигается наша наступательная операция? Наступательная операция. Хуже некуда. Диана оказалась еще более ненормальной, чем я. Меня это пугает. А остаться без средств существованию тебя не пугает? И придется начать работать, мой мальчик. Тебя ждет тяжелая физическая работа. Возможно, шахты. Чего сразу шахты-то? Ну, может, и не шахты, но все равно что-то очень, очень изнуряющее. Я боюсь за тебя, сын. Александр оставлял нам какие-то средства. Я так. Жалкие крохи. Плох тот наследник, который не мечтает о большем. И потом, Максим, ну не будь эгоистом. Подумай о матери. Ты хочешь, чтобы я превратилась в полуголодную, плохо одетую, несчастную женщину? Я этого не вынесу. Ну, я что, должен пойти на заклание? Ну, кто-то же должен нас спасти. Молчишь? Да, я буду безмолвной жертвой. Но тебе следует сменить тактику. Я же тебя знаю. Пытаешься захватить девушку нахрапом, как кавалерист шашкой наголов. У нас это семейное. Точно так ты заполучал очередного мужа. Не хами матери, стервец. Я была гораздо гибче и изобретательнее. Но если штурмом не получилось, заходи с тыла. Бери девушку романтикой. Пообещай ей заоблачные дали. Не лей всякую чушь. Уж это-то у тебя хорошо получается. Сделай красивый жест. Поступок. А, с балконом что-нибудь придумай. Ну, помнишь, как у этого Шекспира? Залезть по нему к ней в комнату. Женщина-то разит наповал. И вот когда ты ее сразишь наповал, ага. Тут в комнату войду я. А ты зачем? Зафиксировать, что она тебя соблазнила. Ага. И как приличная девушка должна будет теперь выйти за тебя замуж. А? Не согласится. Она не согласится. Что значит не согласится? Тогда речь пойдет о разврате. Будет сопротивляться. Я ей такую славу пообещаю, что с ней ни один порядочный человек знаться не будет. А славлю на весь город. Пальцами тыкать будут. Точно.
Лора, у меня такое впечатление, что ты везде. Я стараюсь. Зато когда надо, тебя нигде нет. Максим, за мной. Консультации продолжаются. Как мы ее сейчас? Максим! Мяу. Ярослав, да. Отставь, Лора, не до тебя. Я бы хотела вас кое-что спросить. Мне кажется, это ваш портфель. Портфель! Я случайно тогда его прихватила, когда мы с Дианой стали... Случайно! Дура! В этом портфеле такие важные документы, что не дай бог они попадут в чужие нечистые руки. Я хорошо мою руки. Сядь! Чё, внимай. Ты смотрел, что там внутри? Ну что вы так можно? Я же ничего не понимаю. Хорошо. Это хорошо, что ты ничего не понимаешь. Давай, это будет наш маленький секрет, да? И мы никому об этом не скажем. Хорошо? Да. Я тоже буду слушать горничную. Боюсь. Напрасно мы все это затеяли. Тетушка, ну что вы дрожите, как монашка на танцполе? А где хочется и горница? А вдруг нам всего лишь показалось, что Борис ухлёстывает за тобой? Ну, тогда вы рассеете все свои сомнения, а я съем. Ну, что-нибудь там съем. А вдруг он меня узнает в этом наряде? Ну, не думаешь, что я буду выглядеть просто инфантильной идиоткой? Не проблема, мы выключим свет. А в темноте все кошки одинаковые. А вдруг он спросит, почему темно? А вы скажете то, что жаждете интима. И говорите шепотом, так будет казаться то, что вы сгораете от страсти. Жажда интима. Сгорает от страсти. Тетушка, это что вы делаете? Конспектируют, чтобы не забыть. Это какой нетерпеливый. Дышите. Дышите полной грудью, тетка. А что ты, Дианочка? А я махнула. Перед этим спросите, кто там? Кто там к нам? Это я, Ярослав. Вот занесла нелегкая в такой драматический момент. Вот точно, никакой яцы. Тетушка, вам придется спрятать. Нет, в окно я ни за что не палил. Вот да, вот, тетушка, на какое окно? А как будто любовных романов мечтали. Шкаф, конечно же, шкаф. Боюсь, не втиснусь я. Втиснитесь, как раз в ваш размер. Слишком большое испытание для моего совсем не юного возраста. Добрый вечер, так сказать. Ну какой, Ярослав, вечер? Скорее всего, уже ночь. Вы такой точно и педантично решили потревожить. Девичий пугок, такой неподходящий момент. А что, если родственники увидят? Вы меня компрометируете. Что они подумают, как я объясню, что вы делали в поздний час в моей комнате? Если просто контрашка хватит. Диана, я все проверил. Все спят. Если они не проникли ухом в замочной скважине и пытаются, ждут пикантных подробностей. Ярослав, вы видите сквозняки. Устраивайте, давайте поговорим потом. Нет, Диана, нет. Я твердо решил. Я очень долго ждал, когда мы останемся наедине, чтобы обсудить наше будущее, Диана. Шкаф-то съем. Старый скоро разбился. Нет, показалось. Показалось. Все-таки придется вам уделить внимание, но видите, не подходя, что давайте в вашем кабинете все прочеты отмывать. Бежать! Не успела. Судьба стучится в дверь. Кто там? Это я, твой долгожданный гость. Одна? Ну почему же одна? Что с вами? А я уж было подумал. Вы кого-то боитесь? Кого мне бояться? Исключительно из благоразумия. Ну вы же так мужественны. Просто подумал, ходят всякие особы. Не захотелось, чтобы нас здесь зафиксировали. О ком это он? Об Анфисе? Или обо мне? А мне хотелось бы остаться с тобой наедине.
моя клубника со сливками. Кажется, он меня узнал. Вот что значит любящее сердце. А ты где? Сюда вам подай на блюдечке. И почему здесь так темно? Убиться можно. Но темнота так способствует кровосвещению. А вот это молодец. Ну вот это умница. Человечество такое зажатое. И это лишает его таких возможностей. Давай, Акол! С радостью бы крикнула я. Но хотелось бы слушать ваши намерения. Самые мерзкие, самые дерзкие. Видишь, деточка, как я волнуюсь. А мне бы хотелось так далеко с тобою зайти, насколько ты сама будешь готова. Наконец-то мне не жидится. А я сегодня такая отчаянная, что готова выслушать самые дерзкие предложения. Так вот, начнем с того момента, как нас так грубо прервали. Перед тобою тот, кто будет верен тебе и телом, и душой, тот, кто не даст тебя на растерзание алчным охотникам, тот, кто готов будет исполнить любой твой каприз, если только ты сама этого захочешь. У меня от счастья закружилась голова. Я хочу! Я очень хочу этого! Ай, знала бы, как я этого хочу! Диана, детка! Диана! А, как долго ты себя сдерживала! Дурой была! Идиотшей! Какая странная реакция! Это еще кого принесло? Кто это? Что это? Детка, открой дверь! Мне нужно срочно с тобой поговорить! Кажется, это актриса нас посетила! Не хотелось бы, чтобы она нас здесь зафиксировала! Это важно! Хочется! Если актриса увидит меня в таком наряде, она просто сарказмом сожрет! С радостью подержится за мою глотку! А поссорит на весь север! Что же делать? Куда деться? Куда? Бежать! Здесь один выход! Окно! О, окно? То есть ты хочешь, чтобы я прыгнул в окно? Ну, немешано напрыгать! А вот это поворот! Диана, детка, почему ты не открываешь? Тебе плохо? Плохо! Плохо, ой, как плохо! Я ее знаю! Я сейчас позову на помощь и взломаю эту дверь! Зори, детка, ты должна это сделать! Да, нет, да! Ну и темпераментная штучка оказалась, это барышня, он как рванула! Диана, детка, почему ты так долго не открывала? Да. Я билась об эту дверь, как рыба! Потому что дорога к этой двери была для меня бесконечно долгой и мучительной! Борис? Нет! Ты? Белоснежка на пенсии! А что у тебя на голове? Ты похож на дебильного подростка! В твои-то годы! Хотел произвести на тебя неизгладимое впечатление! В этой комнате? А где она? Где они? Где кто-нибудь еще? Мы все здесь! Все! Я, кажется, поняла! Ты и эта маленькая дрянь! Непостижимо! Позор! Превратить наше приличное респектабельное жилище в дом для свиданий! Фу! Но, Анфиса, какие свидания в моем-то положении? Очень заслуженное положение! Самец! Кобель! И с этим мерзавцем я изменяла мужу! Хотела связать свою судьбу навеки! Но теперь-то понимаю, что моя жизнь превратилась бы в сущий кошмар! А где же Максим? О, боже! А где же он? А при чем здесь Макс? Кто-нибудь объясните, что у вас здесь, черт возьми, происходит? Произошла очередная трагедия в моей жизни. Всего? Борис не оправдал моего доверия. Всего лишь? Я там только что чуть не помер. Как? Как трагически? Как ты посоветовал вам потащить вот этот балкон? Ну? И только я приготовился и стопнуть из себя что-нибудь романтическое. Так? Как мне на пол какая-то женщина свалилась. И два шею мне не свернула. А дальше? Мы упали, раздался нечеловеческий визг. Чей? Да наш совместный! Ага! Это, конечно же, была Диана! Нет, вряд ли! Та была гораздо крупнее! Едва не окочурился под ее монументальными формами!
Боже. Кошмар. Ну, ничего же не обошлось, не обошлось. Выпрыгнула-то же она из этого окна. Значит, женщина-то здесь была? О, как же я сразу не сообразил. Дорога, как я сюда зашел, заметьте, задумался случайно. И в комнате было темно, и видел, как вдоль стены скользнула чья-то тень. И выпрыгнула в окно. Тут в дверь постучали, а меня от неожиданности так и перекосило. А что у вас с головой? Ничего! Так вот, меня перекосило! И это поможет вообще? Да, конечно. Ничего не понимаю. Кто тогда на меня прыгнул? Ай, неужели грабители? А я ведь предупреждала! Предупреждала постоянно! Не закрывайте двери! А что двери? За творение в моей комнате? О, Борис? Что за шелер? Это так, проба пера. Попытка выразиться по-новому. Все для тебя, детка. Диана! Детка, а где ты была? А Ярослав показывал мне свои отчеты. Ночью Ярослав показывал. Тетя Диана, как всегда, шутит. Я, как обычно, работал ночью у себя в кабинете, и вдруг услышал ваш звучный голос и сразу примчался на помощь. А по дороге в дверях столкнулся с Дианой. Собственно, я и здесь. Диана? Я была на кухне, хотела сесть. Какую-нибудь трусливую дичь. Ну ладно, сестра у меня. Да сейчас не до шуток. По нашему дому могут бродить грабители. Боже, какие шутки вообще. Что здесь происходит? Я так крепко спала? Кажется, что-то пропустила. А неудивительно. Вечно витаешь в облаках. Даже в минуты опасности. А здесь, между прочим, кто-то в окно выпрыгнул. Неужели? А прямо на меня. Женщина! Это было ужасно. Наверное. Так, нужно провести тщательное расследование с опросом свидетелей, с пристрастием. Правильно. Позвать сюда весь город. Пусть все знают, что у нас какие-то женщины моряты в окно выпрыгивают. У желтой прессы будет праздник. Ну а что же делать? А как же? Что же делать? Я предлагаю закончить на сегодня заседание. Уж да? Спать хочешь. Правильно. Да. Спать. Всем спать. Нет, а как же? Тетушка, это очень конструктивное предложение, но всем отдыхать пора. Если вы все так настаиваете, все-таки всем. Всем. Ничего не понимаю. Я лез по балкону, чуть не сорвался. Ты не сорвалочка? Чтобы сказать, вернее, чтобы сделать признание. В чувствах. А тут меня накрыла темнота и гул в ушах. А сейчас я лежу на полу. Черт, как это знакомо. Да опять меня стукнуло. Совсем.
видны. Ну. А зачем? А что я должна была подумать? Кто-то залезал ко мне с балкона. Конечно, похищение. Но это ведь так романтично. Макс, ты говоришь о романтике? Да, после моего удара ты сам на себя не похож. Ты права. Ты права. Дело в том, что теперь я еще острее чувствую, как ты мне нужна. И выходи за меня замуж, пожалуйста. Макс, по голове ударили тебя, да. А не меня. Зачем мне это? Как зачем? Неужели тебе не хочется, чтобы тебя любили, чтобы о тебе заботились, ну, чтобы было с кем с ума посходить, а? Сейчас заплачу. От счастья? От того, что сходят все с ума от моих денег. Да зациклилась ты просто на этих деньгах. Куда они от тебя не денутся? А если ты думаешь, что, имея деньги, станешь гораздо счастливее, то это не так. Все равно не сможешь съесть больше, чем можешь. Лопнешь. По мне так гораздо ценнее делать то, что нравится. Сходить с ума. От тебя. Ну, все мои недостатки ты и так уже знаешь. А если я тебе так уж безразличен, то жди своего принца на белом коне. И вот он-то точно обдерет тебя до последней нитки. А мне остается с балкона и вниз. И не вини себя, если я вдруг сломаю себе шею. Так я тебе и поверила, эгоист. А эгоисту больше нечего терять. К тому же мы с тобой отчаянные, на все способны. Ну, прощай. Подожди! Стой! Не Может не согласиться, но со мной такие фокусы не пройдет, если я решу, что под собственной воле. Пошли! Куда? ЗАГС! Всегда думала, что он отчаянный сердцеед. Ну, даже порицала его за это. Но с этой девкой у него ничего не выходит. Когда надо, так не выходит. Ну, мне кажется, ты на него слишком давишь. Ну, иногда у мужчин такое случается. Не выходит и не выходит. Что значит не выходит? А в это время у кого-то выйдет. Где мы останемся? На помойке? Ну, Ися, ну, мне кажется, ты слишком драматизируешь. Диана окружена кольцом ухажеров. Максу к ней просто не подступиться. Но слетелось воронье. И кто же они? Взять того же Ярослава. Ярослав? А, кучивает грядки. Не может быть, он же мне, он же нам... Ни за что не поверю. Да ты просто слепа, радость моя. А вот и наш герой-любовник. Ярослав, скажи, что это все неправда. Это все неправда, тетушка. Вот. А что именно? Вот то, что ты пытаешься заполучить Диану. Подложить огромную свинью своему кузену и всей нашей семье. Я? Я даже знаю, откуда растут ноги в этой подлой, наглой инсинуации. Свинство! А вот не надо на меня так смотреть, как будто я тебя ограбил на целый мешок с деньгами. Они у тебя, Боренька, у самого слюни текут при виде Дианы. А все больше при мысли о ее капиталах, тетушка, да у нас продаст вас по дешевке. Да чтобы я по дешевке? Не верь ни единому его слову. Старый козел, я... Он мне есть доказательство. Лучше бы наделался. Да руки короткие.
У меня доказательства есть, смотрите, тут какой-то эротический роман. В главном роли, главной роли Борис. Это ничего не доказывает. Какие пикантные откровения. Какие краски. Прямо в жар бросает. Я не могу никому запретить любить себя. Какой стыд, какой позор. Я бы себе такого никогда не позволила. Неужели ты в чем-то себе можешь отказать? Скорее коровы сядут на диету. А знакомый почерк? Но это, кажется, писала не Диана. А вот она, героиня романа, скрытая эротоманка, способная на сильные чувства. Мне надоело скрывать это. Знаете все, мы с Борисиком любим друг друга. Что за цирк? Можешь завидовать. Правда, Борис? Отстань от меня! Не верь ни единому ее слову! А не ты ли ты ночью клялся мне в любви и верности? Да ты взбесилась, я тебя вообще в глаза не видел! Да потому что ты думал, что это Диана. Темнота так способствует к раскрепощению. Чир, мерзавка, зарезала! Так вот, знай, не нужна мне теперь ни твоя жалкая душонка, ни твое бренное тело. Мне надоело быть несчастной, и я отпускаю тебя! Какие аплодисменты, а! Мерзавец, ты же меня так обожал! Неужели я уделяла тебе мало времени? О, как же тяжело женщине разорваться между мужчиной и наследством! Убийца! Тьфу! Опухом по голове! Моя убийца! Мама! Свершилось! Можешь падать в обморок. Неужели еще какая-то неприятность? Нет, я так не упаду сегодня в обморок. Я женился? Неужели? На ком? На ком? На Диане! Ну хоть какой-то бальзам на сердце! Ну наконец-то! Наконец-то, Дианочка, деточка, ты наконец-то стала нашей! Теперь вы от меня точно никуда не денетесь. Шутница! Сын мой, я верила в тебя. Ты молодец. Пришлось сдаться в плен, но добровольно. дети мои, как же я счастлива! Наверное, даже больше, чем вы. Еще бы, при твоей-то прожорливости. Я счастлива, и никто не испортит моего волшебного состояния эйфории. Эй, предатели, не слышу поздравлений. Тетушка, примите мои искренние поздравления. Неужели вы думали, что я способен на предательство? Тетушка, это все козни Бориса. Королева моя, ты лучше всех. Я пока не знаю как, но я обязательно смогу тебе все объяснить. С вами я разберусь попозже, а сейчас не до вас. Ха, Флора, Флора! Флора! Шампанское, неси нам шампанское. Шампанское. Какое прекрасное будущее нас ждет. Мы завтра же займемся инвентаризацией нашего состояния. А, мамочка, ты имеешь в виду твое? Максика, и теперь мою, не терпится ознакомиться. Ну, я, скорее всего, имею в виду твое состояние. Ну, теперь уже наше общее, семейное. Мое? Вы, наверное, будете очень удивлены, но у меня нет никакого состояния. Как нет? Опять шутишь, милая. Да какие тут шутки! А как же наследство Александра? Ну, я думаю, с наследством Александра все в порядке. Вот. Но я не его дочь. Как не дочь? А кто же? Ну, меня попросили заменить ее. Фокус такой. В сундук входит одна девушка, потом бац! Выходит другая бомба! Самозванка! Самозванка! Сатана в юбке! Потише, мерзавцы! Для кого-то я недавно была ангелом. Тонкой и деликатной натурой.
Какие резкие перемены! А где же та, другая, настоящая? Это я. Наконец-то она получила свой обморок. Этого не может быть. Мы же только что зарегистрировались. Есть свидетельство. А на ком же я женился? На Флоре. Очуметь. Поздравляю, братец! От всей души! Девочка! То, что даже не посмотрел. Говорил, быстрее, быстрее, к черту формальности! Так-так. Девочка моя, ты била всех вокруг пальца. Мне это приснилось? Нет. Или это было на самом деле? Не надейся! Это теперь твоя суровая реальность. Ку-ку! Ну за что? Как тебя там, деточка? Яна! За что? За весь этот цирк? Мой отец передал мне письмо, в котором было сказано... Ну да знаю, я слышала. Поезжай к родственникам, обними и обдери их до последней копеечки. А еще там было сказано, что эти пираньи сожрут тебя и не подавятся. Вот я и решила бросить вам всем здесь наживку и посмотреть, как вы будете за нее драться. Сама пригласила свою подругу, Флору, поучаствовать, так сказать, в хождении в эту семейку. А сама притворилась скромной горничной. Тихо и незаметно, но была в курсе всех козней, которые вы строили. Мамочка! Не понимаю, о чем ты, самозванка. Деточка, если я и была с тобой слишком строга, то для твоего же блага. Да-да, я помню. Старайся и достигнешь больших высот на драйвании полу. Думаю, что эта строгость пойдет на пользу и нам с вами. Предлагаю вести наш дом суровую армейскую дисциплину. Поддерживаю. Ты на ком женился, дурень? На ком? Сама говорила. Сама. А ты-то куда смотрел? Все сама. Теперь нужно срочно искать нового мужа. А тебе немедленно развестись. Знаете что? Идите-ка вы, маман, замуж. А я останусь с Дианой, с Флорой, со своей законной женой. Но ведь она нищая. А вот здесь вы ошибаетесь. Вовсе она не нищая. Уж я-то позабочусь о ее приданом. Но вот захочет ли она такое... Как Максим. Я готова рискнуть. Он хоть и шалопут, но очень искренний. И нравится мне заводной. И я его выдрессирую. Максик, за мной! Маман! Диана! Детка! Мы все так перед тобой виноваты! Не смогли рассмотреть бриллиант в зале! Хочешь, не я встану на колени? Не надо, Борис, вставайте сейчас же. Мы все знаем эти ваши проблемы с коленями и спиной. Не будем рисковать. Тем более вы готовы упасть на колени перед каждой кубышкой с деньгами. Как верно ты подмечен. Чувствуется в том юм и яркая индивидуальность. Я, как ваш экономический советник, хотел бы рекомендовать. Я бы тоже, Ярослав, рекомендовала вам отдать все то, что вы уже успели оттяпать от моего состояния. Какое-то недоразумение какое-то. Нет, никакого недоразумения. Ваши документы из вашего портфеля красноречиво об этом свидетельствуют. Мы сделали копии, Данила все проверил. Двойная бухгалтерия. Воруете? Ты уволен! Ярослав! А как же так? Ты же говорил, невозможно! Тетя, да идите вы уже замуж! Не на вас сейчас! Неблагодарное потомство! Для них же стараешься! Ты же и виновата становишься, а остаешься! Изольда! Глухая нема! Кофель! Я только сейчас понял, насколько ты меня любишь! Ведь
ради меня ты выпрыгнула из окна! Дура была! Надо было тебя туда выбросить! Ну, не будь такой жестокой, Зойка! Лихо ты с ними лётчица. Да, послушай, без тебя я бы точно не справилась. Я даже не могла представить, что ты так хорошо разбираешься в финансах. Почему бы тебе не стать управляющим моего состояния? К сожалению, у меня уже есть работа. Какая? Шофёром? Нет, управляющим новой компании. Ну, послушай, а я? Как же я? Я с этим всем одна не справлюсь. А где мы наймем опытного, хорошего управляющего? Нет, а ты? Почему ты не можешь им быть? Потому что у меня есть тебе другое предложение. Какое может быть еще предложение? Выходи за меня. Соглашайся. Театральная студия «Отражение».